Всем привет! В Америке прошли скидки, и к нам пришла новая посылка. Распаковываем и открываем новую посылку из магазина Children's Place. Я впервые делала покупку в этом магазине, посмотрим, что пришло. Скидка была на клиренс, и цены были просто смешными. На $20 мне пришла огромная коробка. Сейчас будем открывать и смотреть, что внутри. Итак, вот это все стоило $20. Я хочу поделиться и открыть вместе с вами, посмотреть, что у нас тут такого интересного есть. Конечно, когда проходят такие огромные скидки, хочется взять и наперед. Так что сейчас посмотрим. Вот, например, платья пришли у нас 2Т и 4Т. Я, наверное, открою 2Т, сейчас Василисин размер. И мы посмотрим, что это за платье. Оно такое должно быть трикотажным, летним, белым. Я считаю, что у каждой девочки должно быть белое летнее платье. Открываем, смотрим. Очень здорово, очень-очень симпатичное платье. Я, конечно, переживала, что за такие деньги, наверное, что-то получу не очень качественное, не очень хорошее. Но пока что я довольна. Надо будет еще на Василису одеть, померить. Вот такое платье. И в конце ролика я покажу его поближе. Здесь вот есть бантик. Качество мне нравится, все здорово, впереди пуговички, отлично. Смотрим дальше. И второе такое же платье для Валюши, или наоборот, на вырост, у нас 2-4Т размера. Вот такой вот свитер. Сейчас тоже открываем, смотрим. Вот такой свитер. На зиму, хэппи, веселый. Он не очень плотный, но вязаный, тепленький. Мне тоже очень нравится, интересно. Смотрим дальше. Итак, открываем следующий пакет. И здесь у нас тоже платье для Василисы. Такое вот полосатое, очень простенькое ежедневное платьице. И после платья следующий мы открываем вот такие вот брюки, штанишки. Посмотрим. Да, не с такой марлевочки. Вот, очень такой нежный фиолетовый цвет, классные штанишки, я не помню, что тут, какой размер, 18-24, то есть, в общем-то, по идее, это должны быть штаники на Василису на сейчас. Я надеюсь, что, может быть, у ребенка будет хорошее настроение, она что-нибудь примерит, и мы посмотрим, что тут происходит с размерами. Две вот такие вот футболочки на 2 годика и на 9-12 месяцев. Мы одну откроем, посмотрим. А они футболочки, видите, с длинным рукавчиком, такие вот кофточки, яркие очень. Так, и тут у нас еще остается 3 футболочки. Ой, такая классная, красивенная, но это большой размер, это XS, это на будущее, на вырост, но очень уж она мне понравилась, ну и грех не купить такую прелесть, по-моему, за $1, если я не ошибаюсь, изначальная цена, но здесь на этикетке не указано. Вот такая вот уже кофточка с кошечкой, у кошечки бантик из сетки. И пайетками выложена лечап. И очки у кошечки. Очень классно. Красота, очень здорово. Так, еще вот такая футболочка. Так, это на Валюшу у нас футболочка. 6-9 месяцев. Она маленькая. С бабочками и сердечками. Яркие такие сердечки. Нежно-голубого цвета футболочка. Кофточка. Вот такая яркая красота с бабочками. Теперь у нас есть вот такие вот штанишки. Вот. С капкейком тоже. Тут у нас капкейк. Размер 12-18. Ну, я не знаю. Мне что-то кажется, что они на Василису могут быть хорошими. Померяем, посмотрим. И последняя у нас вот такая вот футболочка. Или, наверное, это тоже кофточка. Она зимняя. Что с размером 9-12? Это для Валюши. Тоже на будущее, на вырост. Посмотрим, что у нас здесь. Так, открываем, смотрим. Вы первую видели. Такая девочка. Девочка и собачка. С шарфиками, с пальто. В такой шапке с кошечкой. И с блестящими звездочками. Вот такая вот прелесть. Она немножечко такая тонковатая. Тоненькая, но хорошая широкая горловина. Думаю, должно быть неплохо. Но это еще не все. Я еще получила несколько посылок с Картерса, с нашего любимого.
мы едем на море, и я распаковываю купальники для Валюши и Васюши. Я купила 2 одинаковых купальника. Сразу хочу сказать, что я эту посылку уже открыла, для Валюши мы еще не мерили, но купальник на Василису оказался очень-очень большой. У Василисы купальник этот был 24 месяца. В принципе, верх вот такая вот, как танкини называют, маечка была более-менее ничего так по размеру, а вот низ, трусики огромнейшие. То есть можно сделать такой вывод, что вот на худенькую девочку 2,5 лет размер 24 месяца оказался большущий. Талии они очень большие, так что будем просить нашу бабушку ушивать, делать нам красоту. И в такой комплект входила вот такая вот пляжная такая вот рубашечка. Тоже очень нежная, очень красивый цвет, и рукавчики обработаны вот такими вот украшениями. Такая красота с такими 3 пуговичками на спинке. Вот она как раз, в общем-то, по размеру получилась отличная. А Валюша получила еще один купальник. У Василисы есть купальники еще с прошлого года. Так что Валюшенька получила вот такой купальник. И это купальник Джимбари. И вот мой вердикт. То, что я хочу сказать. Мне купальники Джимбари нравятся намного больше. У Василисы в прошлом году был тоже купальник Джимбари в виде зебры. Во-первых, они очень оригинальные и красивые, плотные, очень яркая расцветка. Расцветка не вымывается, остается такой же яркой. Очень интересные фасоны. И вот я сейчас смотрю, что мне так кажется, что, наверное, с размером как-то, наверное, все-таки у Джимбари получше обстоят дела. Но, в общем-то, вот такой вот купальничек Джимбари. Пока что они у меня в моем рейтинге на первом месте. Вот такая красота у Валюши. И это еще не все. Валюша, если вы помните, я раньше рассказывала про акцию Джимбари, когда вы предлагаете своим друзьям сделать покупку, друзья получают скидку, и вы тоже получаете бонусы. Так вот, по-моему, вот этот набор я получила, можно сказать, в виде бонуса. То есть, в общем-то, он у меня бесплатно оказался. Это платье для Валюши. Вот такое вот, даже не платье, это набор такой. Он тоже очень нежный, праздничный. 3-6 месяцев. Я думаю, что можно уже начинать мерить и фотографироваться в нем, потому что красота просто неописуемая. Он был очень красивым и на фотографии. Я влюблена в Джимбари, я влюблена в их красивенную одежду. Вот такой вот то ли платьице, то ли блузочка, и вот такие вот к нему идут шортики. Шортики более простые, обычные, но тоже очень милые. Вот с такими вот рюшиками внизу. Померяем, вам покажемся в фотографиях или вживую, посмотрим, на что согласятся наши детки. И последнее, что я хочу показать, я не буду распечатывать, это будет в следующем ролике, но для Василисы вот такая вот красота пришла. Это 2 вот такие сумочки. И она их сама откроет, и мы посмотрим, что там внутри. Но это будет в следующей серии. А теперь посмотрим на всю эту прелесть поближе. И теперь я показываю все свои покупки немножечко ближе. Единственное, я не открывала те, которые у нас повторяются, модели. И поехали. Мы начинаем с такого комплекта Джимбари для Валюши. Он состоит из такой вот платьица коротенького, с такой чудесной вышивкой с цветочками, бантиком на груди, цвета фуксия, немножечко, наверное, неправильно передает цвета камера. Также вот такой вот купальник с бантом на груди, с перекрестными бретельками, с юбочкой, цельный купальник, тоже для Валюши. Вот такой вот комплект и для Васи, и для Вали, из танкини, из маечки и трусиков. И из вот такой вот пляжной рубашечки для моих доченек. То, что касается и актуально перед летним сезоном с размерами, сразу же хочу сказать, что у Картерса размер 24 очень сильно большемерит. Имейте это в виду. И теперь все остальное — это улов с сайта Children's Place, на котором была большая распродажа, чему я очень рада, потому что очень много вещей, и, в общем-то, практически все здесь по одному, по 2 доллара. То есть таких цен, наверное, вы уже давным-давно нигде не видели. Поближе показываю узоры и рисунки на вот этих вот рубашечках. Девочка в шапочке, в форме киси, блестящие снежинки, собака такая вот с шарфом красивая. На этой кофточке у нас блестящие бабочки. Посмотрим, конечно, как это будет в носке и насколько они будут долговечными, но пока что это очень все красиво.
Вот такие вот повседневные штанишки с капкейком, нежно такого вот синего цвета, даже не голубого, он просто светло-светло-синий. Вот такая вот кофточка с кошечкой. Кошечка у нас в чудесных блестящих очках, вот с таким вот бантом на хвостике и с вышивкой. Дальше у нас идут марлеванные брюки. Они тоже такие достаточно плотные, но вот такая вот у них ткань интересная, очень-очень классно. Мне так хотелось такие штаники вот с такой расцветочкой, повседневные тоже, чтобы были у моих дочек. Две вот такие вот абсолютно обычные простые кофточки с длинным рукавом, просто ярко такого тоже розового, скорее даже фуксия цвета. Повседневное платье в полосочку с бантиком на груди, вот такая вот полосочка и сильно расклешенная к низу. Два вот таких вот платьица я брала для дочек, даже, скажем, на будущее, для Василисы на сейчас и для Валюши уже на следующий год. Можно посмотреть немножечко ближе. Вот такая вот, здесь тоже вышивка, приталенная талия с бантиком, широкая юбка на подкладке. Я думаю, что будет пышно. Я попытаюсь вам это платье показать на Василисе. И вот такой вот свитер. Свитер хэппи. Он тоже стоил копейки. Он стоил 1 или 2 доллара. То есть такой не грех купить и на 4, и на 6, и на 10 лет, потому что таких цен точно уже не будет в будущем. Ну и два Василисных подарка, которые мы распакуем в следующем ролике. Спасибо вам за внимание, спасибо вам за то, что вы остаетесь с нами. Я с вами прощаюсь, до новых встреч с Василисой на канале VNV Family Channel. Всем пока-пока!